Представляем вам бойца в синем углу клетки. Ему 28 лет, рост 176 сантиметров, вес 66,3 килограммов. У него идеальный профессиональный рекорд. 5 побед и ни одного поражения. Представляет клуб Pitbull Brothers. Натал из Бразилии. Артур Баяно. Лима. Его соперник в красном углу. Ему 23 года. При росте 173 сантиметра. Его вес составляет 66,3 килограммов. Его профессиональный рекорд. 4 победы при 2 поражениях. Представляет клуб «Беркут» из Чеченской Республики. Россия. Рамзан Дукаев. Все более интересные и статусные поединки у нас. Бой под номером 16. Артур Баяно Лима против Рамзана Дукаева. Дукаев не сумел с первого раза пробиться в основную лигу ACB. И сейчас для него дается дополнительная возможность, чтобы набрать тот самый рейтинг. Поверьте, fightmatrix.com и, наконец, уже оказаться в основной лиге Absolute Championship Беркут. Соперник непростой, конечно, сегодня у Рамзана Дукаева. Очень габаритный, мы видим, мощный. В принципе, и сам Рамзан, и самый маленький парень для этой весовой категории. Напомним, раньше сражался он на дивизион весовой выше, но решил со временем спуститься как раз-таки в эту категорию. И уже 3 боя здесь провел. Хороший лоу-кик от Артура Лимы. Нависает буквально над своим соперником. Лима отдает пространство ему Рамзан Дукаев. Но при этом мы знаем, что задача Рамзана, она довольно-таки ясна и понятна. Ему нужно проходить ноги и уже проводить работу там внизу. Хороший лоу-кик от Дукаева. Попытка фронт-кика мимо цели. Ну, видно, конечно, более раскованно чувствует себя в стойке бразильский боец. Более вальяжно, так сказать. И постоянно он поджимает Рамзана Дукаева. Постоянно держит напряжение. Ну, и Рамзан сам не спешит идти в борьбу. Очень неприятный лоу-кик от Баяна Артура Лимы. Продолжает прессинговать Лима. И в основном очень много лоу-киков мы видим в исполнении обоих спортсменов. Что нервный поединок наблюдает. Хорошая двойка, хоть и в блок, но тем не менее очень неприятно она пришла. И колено, посмотрите, дистанции не дает провести тейкдаун Рамзану Дукаеву. Лима. Оу! Пробивает он. Еще один раз. Почувствовал это Лима. И сейчас попытка утушающего приема. Бросок Рамзан Дукаев. Совершает. Зал заводится. Очень эмоциональный момент. Казалось бы, уже на грани был Рамзан Дукаев. Но тот самый продолжительный, спасительный тейкдаун он проводит. Но насколько этого будет достаточно, мы видим, что и в партере Бразилии чувствует себя очень уверенно. Сразу же выходит он на кимуру. Ведь 2 победы из 5 бразилец одержал именно болевыми приемами. Пытается выйти на армбар бразильский файтер. Очень плотно он прижал соперника, ну и вытягивает. Пока еще не вытягивает, но держит изо всех сил. Да, защищается уже Рамзан Дукаев, чтобы не дать вытянуть сопернику. И уже треугольник застегивает Артур Лима. И чисто выходит на армбар, но замок все еще не расцеплен.
И треугольник тут же застегивает. Посмотрите, очень насколько плотно. Очень плотный треугольник. И в тяжелейшей сейчас ситуации находится Рамзан Дукаев. Но не желает сдаваться Рамзан. Но... продолжает биться, терпеть. Очень плотный треугольник. Здесь уже будет, конечно, очень тяжело. Изо всех сил Рамзан Дукаев пытается вырваться. Неимоверный характер демонстрирует боец клуба «Беркут». И зал просто с ума сходит. Вот это да, вот буквально это из мертвого захвата освобождается Рамзан Дукаев. Сейчас отсюда надо уходить ему, конечно. И снова на армбар выходит. Артур Лима все-таки добивается своего. Артур Лима. Да, тяжелейшие 5 минут. Без малого 5 минут для обоих спортсменов. И Артур Лима все-таки сумел. Невероятно сложный соперник, конечно, был сегодня. Рамзана Дукаева. Показал характер Рамзана до последнего, конечно, но... все-таки класс соперника. Да, класс соперника сказался, да. Очень мастеровитый оппонент. И благодарит его. Благодарит, конечно же, Артур Лима, своего оппонента. И выражает уважение за то мужество, которое продемонстрировал Рамзан Дукаев. Но здесь уже было очень тяжело, и во избежание тяжелых последствий вынужден был постучать. Рамзан Дукаев. В этом бою на 4 минуте 16 секунде первого раунда болевым приемом на руку победу одержал Артур Баяна Лима, Натал, Бразилия. И ваши аплодисменты его сопернику Рамзану Дукаеву.